Это деревянный трек, его еще называют горка. Я подобрала, мячика не было, подобрала вот такой мячик. То есть мы сюда вот сверху ставим, и он вот таким образом скатывается. Можно также еще использовать для машинок, но машинки нужны двухсторонние. То есть когда машинка будет съезжать, она переворачивается, да, и едет дальше. Можно даже не для мячика, а для машинок. Здесь получается корпус дерева, вот эти вставочки резиновые, специально для того, чтобы устойчиво стояла эта конструкция. По состоянию есть вот такой скол, вот здесь вот. Ну, оно держится, но немножко это видно при транспортировке. Так, вот здесь вот еще есть тоже немножко. Ну, так вроде здесь вот сверху вот так выглядит. Потертости на этом. Загрязнение на резиновых вставочках есть. Тоже полезная игрушечка для моторики. Рук вот это поставить. Вот здесь вот уже стертости.